Дети – наше будущее – яркий проект компании РТА Телеком и телеканала «Июнь». Юные междуреченцы смогли попробовать разные профессии, например, журналиста. Для гостей праздника работала открытая телестудия. Меня зовут Соня. Я передаю привет папе, своей сестре. Я передаю привет первому В-класс. Это самый лучший класс. Меня зовут Шухрат, и я сегодня пришел в парк. Привет, Елена Иванов. Привет всем, я Эльвира. Я хочу передать привет маме, папе, сестренке Ангелине. Меня зовут Алена. Я отличница первоклассника. Передаю всем привет дедушкам и бабушкам.